просто не слышал вопрос, потому что снова нас зачитывает хоть милиция, куда движется. Причем никто не понимает, зачем она движется. Вопрос ли задать хотите? Я отвечу. Давайте будем считать. Подождите кричать позор. Насколько мы видим, я просто свет светит в лицо, я не очень хорошо вижу, но сотрудники полиции просто, я так понимаю, присоединяются вот сюда, к нашему митингу. Я уверен, что они, в общем-то, согласны с большинством тех вещей, которые говорят. Может, только по поводу Спартака не согласны. Следующий вопрос.